Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, как всегда, на русском изменение акций. С утра какая-то непонятная обнова, сейчас покажу. Ну, мини-апдейт, он на китайке тоже был. Не знаю пока что это. Возможно, какие-то изменяют там баги, но, скорее всего, нет. Потому что было на китайке через пару дней. Вот, на этом, на английском появилось. Что у нас на английском сегодня? Тоже есть коллекционер. Ничего себе, Зарина дает 8 ожог. Отлично. Также ожог дают здесь. Неплохо, неплохо. Камешки. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали на русский сервер. Тут у нас сегодня весело. Вчера особенно весело было, коллекционеры, блин, там просто мега трешачок будет, каждый роллинг просто особый. Ай, хорошо идет кофеек. Так, ну что, у нас сегодня есть хрустальный, плюс добыча пирата с огнекрылом, ребята, наконец-то мешки огнекрыла у нас на русском добавили, не прошло и полгода. Так, ну окей, давайте потрешуем в пирата. Сколько там у нас? 78 до 28. Посмотрим потом хрустальный. Поехали. Посмотрим, какие шансы у нас. Воу, ничего себе, сразу же. Две сумки вторых, да. Воу, 500 кулаков за 150. Это, конечно, жесть. Нужно смотреть на эти награды. Так, ну посмотрим хотя бы какой шанс на кулаки. И что нам будет падать. Сможем ли мы сумочки огника достать. Так. Так. Ну пока такое себе. Ну, относительно, конечно. Ну, кулаки падают. Хоть это радует. Карты. Так, ну просто жесть, 2500 кулаков. Потом зайдем сюда. Так, ну блин, добавили бы хотя бы третьи прайм сумки. Хотя и на этом спасибо. Так, смотрим, ну кулаки хоть падают. Куча разных расходников. Знаю, кому они нужны. Ну, на русском, конечно, в принципе, это надо. На английском это просто жесть. Смешно было бы эти награды получать. Для бездоната, да, еще. А для донатного аккаунта это 1500 кулаков. Ну, 4К кулаков уже у нас есть. Так, окей, let's go. Ну, в принципе, хорошо, что и то есть. Сразу как бы паролил, получил плюшки. Ну, как видите, охника, мешочки, что-то даже не пахнут здесь. Все как обычно на русском. Просто жесть, 1000 кулаков. О, ничего себе, вторые прайм. Да. Смешно, смешно, конечно. Ну хоть чуть-чуть кулаки падают. Ведь что-то. Не то, что было раньше. Но все равно мешков огнекрыла я не вижу. Ролик 100К ради одного мешка огнекрыла первого уровня. Конечно, смешно. Опять 2500. Ну, кое себе.
Я бы не сказал, что это и плохо, но не сказал бы, что это круто. Вот, ничего себе, третьи упали даже. Целая третья сумка. Офигеть. Не знаю. Нарисовать-то они, конечно, нарисовали, а где они? Это смешно. Ну, хоть на пришествие карты наберем. Ну, точнее, на этот, на волны походим. Может, там хоть выбьем, хоть когда-то один. Для бездоната, конечно, что не добавить еженедельные там награды, например, ради интереса. Ну, все как обычно, в общем, что я вам рассказываю. Это же русский сервер. Так, не туда зашел. Ну, в общем, вот так вот. Ничего интересного, как видите. Так, ну что, давайте попробуем сейчас посмотреть. Сейчас я попробую себя повыбивать. Так, первую награду вы, в принципе, видели. Скин на купа 300 самов. Карта, в принципе, ничего такого интересного, как обычно. Сейчас я позабираю, буду вам постепенно показывать. Вечером уже вам запущу, поиграем во что-то, не знаю пока еще точно во что. Так, открыли админ панельку. Так, есть ворожей, воодушка. Ну, честно говоря, удивили, удивили. Вторая награда более интересная. Было бы неплохо, если бы его добавляли вместе с этим, с коллекционером героев, там, где люди тратят. Думаю, было бы интереснее. Поехали забирать. Брать. У, 5 камней, 2 пака, ну ничего себе, тоже в принципе неплохо, но относительно ни о чем по сравнению с другими. Ну, неплохо, неплохо для начальных аккаунтов, для не топ донатов, да даже для донатов неплохое, неплохая тема. Так, так вот, так вот. Вот так вот, Вася. 70 осколков. 10 Prime Rune. Ничего себе. Это что-то вы разошлись, ребята, прям. Так, ну что, все. Да, все, это последние награды были. Ну, в общем, вот так вот, ребят, такой вот коллекционер героя у нас. Ну, в принципе, относительно, я вам скажу, даже очень неплохо. 100к кулаков, 100 слизней, 10 сумок седьмых. Вот это да, вот это разошлись, не на шутку. Так, ну по сути мы все самики обратно и вернули. Забираем ворожей, скин, камешки, сундучки. Ну, неплохо, неплохо. Радует, радует. Тут что-то у них получилось.
Так, все остальное я потом пооткрываю. Тут нужно уже бежать. Давайте зайдем, плюшки еще пооткрываем, посмотрим, что же нам там может упасть интересного. Так. Мешки с эмблемой буду хранить. Вторые тоже. Давайте правим. Камешек один. Отлично. Спасибо. IGG. А с четвертых что нам упадет? 100 зеленых. Такое себе. И все. Так, что у нас еще есть? Ну, тут еще самики. 10к получается, возвращается. Так, что у нас еще такого интересного есть? Ну, 70 осколков. Интересно, сколько у меня тут уже лаваники. Ну, английский сервер, по-моему, уже перешел, превзошел даже этот, 16 всего. Вот так вот. Вот такой вот у нас был коллекции, говорю, коллекционер уже заговорился. Вчера был коллекционер. Пират, добыча пирата и хрустальный сундук. Пишите комменты. Но я считаю, в принципе, неплохо. В этот раз неплохие награды, достойные. Все, всем удачи, всем пока.